топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Актер Юрий Колокольников, известный ролями в сериале «Игра престолов» и фильме «Довод», решил высказаться о своих коллегах Александре Бортич и Павле Деревянко, которые выступают против действующей власти. В интервью с Ксенией Собчак Колокольников прокомментировал заявление о том, что неправильные политические взгляды могут негативно отразиться на актерской карьере. Звезда считает, что это никак не может сказаться на работе артиста. Выступление Павла Деревянко и Саши Бортич. Полный бред. Камон, ребят. Я всегда могу говорить все, что хочу. Это так, отметил Юрий. Знаменитость добавил, что если он будет поддерживаться какой-то не той политической позиции, у него все равно не будет проблем с работой. Также Колокольников сообщил, что если в Америке актер поддерживает Путина, то его не перестанут приглашать сниматься в кинокартинах. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.